сейчас на пике своей силы. Не армии Сингапура, не... Я думал, вы с Дэнни друзья. Ага, я тоже думал. Отряд Ноубудов активизирует режим боя. Надеюсь, что ты нашла диски с данными, Кейн. И здесь становится жарко лада. Есть. Серверная в Облачной горе. Прямо в их оперативном центре. На что поспорим, что именно сюда направляется больше лань? Смотритель показывает войска противника впереди. Похоже, нильцы в городе. Ты прикалываешься? Они что, в отпуск приехали? Чисто. Внимание! Подкрепление Б-54 на подходе! Good.
врагов с обеих сторон. Скажи что-нибудь, чего я не знаю. Я обнаружила черный ход на облачную гору. Посылаю на интерфейс. Кейн, куда нам идти? Налево или направо? Решай сам. Обе дороги ведут ко входу на облачную гору. Давай, надо двигать! Надо добраться до облачной горы! На верхнем этаже. Ну, похоже, мы поднимаемся. Рассредоточиться.
Куда теперь, Кейт? Серверная прямо над вами. Поспешите, Сюлань приперта к стенке. У нее есть только один козырь. Информация на тех дисках. Нацелился на вас, вам крышка. Пока вы под биокуполом, все в порядке. Ну охренеть теперь. Новые подкрепления входят на облачную гору снизу. Оставьте их. Госюлань и диски с данными – это приоритет. Я знаю. Она начала декодирование дисков. Загрузка идет прямо на публичный сервер. Каждое слово из документов с этих дисков отправится прямо к договору. Мы должны ее убрать. Он в норме. На втором этаже! Выступаю! Скачано 20%. Дерьмо! Они вышибают чертово окно! Противник спускается на дронах с СВВП! Yeah.
40%. Новые враги идут из коридора. Прикрываю. 60%. Держитесь. Новые враги идут из коридора. Прикрываю. 60%. Держитесь. Транспорт на подходе. Дело сделано. Теперь сваливай оттуда. Данные просмотрим, когда ты вернешься. Птичка приближается для эвакуации. Взлет через 15 секунд. Приготовиться! Противник наступает. В него попали! Приготовиться к удару! Лан-Це! Кейт, мы упустили эвакуацию! Производный протокол! Эхо-3! Давайте просто убирайтесь нахрен отсюда! От супердерева в дальнем конце есть доступ к докам! Не дождусь! Валим отсюда нахрен! Найди, а я-то надеялся, что она уже не очнется.
Добраться до доков. Шевелитесь! Что? Никакого плана Д? Сейчас не время! Спокойно, я вытащу вас оттуда. Поняла. Смотритель показывает, что бессмертные кишат на вашей позиции. Вы займитесь турелями, а я поведу. Педаль в пол, Кейн! Левее!
Ты в порядке, Хендрикс? Да. Лучше не бывает. Думаешь, Кейн права? Команда Тейлора порешила наших людей? Хендрикс, что ты видел? Дерьмо я видел. Вот что я видел. Извлекать записи с камер слежения черной станции. Насчет сделанного с Госю Лань. Другого пути не было. Утечки нужно было остановить. Знаю. И еще я знаю, что бессмертные не простят нам убийство брата Го и членовредительство сестре. Кейн сказал, неважно, что записали камеры. Мы отправляемся на место последней операции Тейлора. В центр первой катастрофы. В старое здание Единства. Я не верю. Их подставили. Запись — подделка. Без вариантов. Если б ты был прав. Но все куда хуже, чем убийство на станции. Кейн, расскажи ему все. Утечка информации расходится как рак. Ставя под угрозу операции Союза в мире. Они знают наши слабые места и стягивают войска в нестабильные регионы. Это факт. Тейлор сдал нас. Мы пойдем по следам последней известной операции. Тревоги, сработавшие под станцией Единства. Может, что-нибудь поможет нам понять их мотивы? Не забываем про бессмертных. Мы убили одного и покалечили другую. Они будут мстить. Команда Тейлора приняла сигнал тревоги. С глубины на 1,5 километра ниже здания Единства. Я прошерстила доступные данные и схемы. Чем бы это ни было, этого нет на картах. Лучше попробовать спуститься через центральную шахту. Жду твоего выстрела.
АОП активно! Повторяю, АОП активно! Это хрень, металлолом! Как она функционирует? Активная защита АОП отражает атаки. Используйте прицельный огонь, чтобы вывести ее из строя и добить АОП из РПГ. Повредите активную защиту АОП, чтобы отключить оборону. Подключитесь к панели. Взлом должен открыть проход. Скучать некогда, а? О, да. Сегодняшний день полон сюрпризов. Вас приветствует единство. Ваше будущее. Пожалуйста, зарегистрируйте свою группу на стойке. Подключаюсь ко входу в шахту. Прикрой меня. Эти тела здесь уже давно. Должно быть перед атакой на черную станцию. Хендрикс, это работа Тейлора? Возможно. Прицельный в голову. Но честно тебе стоит знать, насколько это тупой вопрос. Это работа Тейлора. ЦРУ отправила их сюда, потому что эти отморозки здесь ошивались. Эй! Ничего, Кейн. Просто плохое настроение. Засекла источник энергии. Вероятно, небольшое устройство. Думаю, на одном из тел. Понял. Загружаю данные. Что-нибудь полезное? Мародеры сюда не сами забрались. Их направили войска договора. Активирую дрон-разведчик. Сообщение получено и принято, Хендрикс. Посылаю координаты дрона на твой интерфейс. Эй, знаешь, что бывает, если долго всматриваться в бездну? Пойдем.
Прижмись к краю. Там далеко спускаться. Я поведу. Ты до сих пор думаешь, что эта запись с убийствами фальшивка? Я давно знаю Тейлора. Не могу представить, чтобы он был на такое способен. Тем более убить их так. Может, он уже не тот, кем был раньше. Пусть так. Но что насчет Холма, Ретти и Дежа? Как они могли на такое согласиться? Мы докопаемся до храма. Любым способом. Черт! Сраные Б-54 уже впереди нас. Как ты думаешь, что нам делать? Думаю, нам стоит представиться. Кей, ты нас в кроличью нору пытаешься отправить? Я хочу того же, чего и ты, Хендрикс. Закончить это все, пока не стало еще хуже. Смотри под ноги, это тебе не паркет. Почему роботы так себя ведут? Может, скачок напряжения? Сильный скачок напряжения! Дверь на мне! Иди вниз на позицию! Кейн, возможно, что кто-то подключен к системам здания и управляет роботами? Сомнительно, чтобы системы были работоспособны после аварии. Понимаешь, мы понятия не имеем, что там внизу. Разведдрон показывает, что они прошли здесь. Спорим на сотню, что внизу мы найдем какое-нибудь невероятное дерьмо. Нет? Ого! Какого хрена? Ого! Ого! Хендрикс, они целятся в тебя!
места! Что за хрень контролирует этих роботов? Я не знаю. Я выполняю триангуляцию источника, но пока без результатов. Я продолжу искать. Ладно, тогда засылаю разведдрон. Посмотрим, что в этой кроличьей норе. Впереди низкая освещенность. Рекомендую переключиться на улучшенное зрение. Понял, Кейн. Давай поднажмем. Дрон-разведчик не будет нас дожидаться. Кейн, нам не поступают данные. Проблема на твоей стороне? Отрицательно. Детальный план заканчивается на уровне шахты. Без дрона мы слепы. Сраные технологии. Идите дальше. GPS-координаты показывают, что сигнализация перед вами. Кейн, мы нашли дрона-разведчика. Ну, то, что от него осталось. Ну, было здорово. Стоп. Дайте мне рассмотреть тот знак. Ты его узнаешь? Судя по всему, это секретный проект ЦРУ. Если это дерьмо тут было во время катастрофы, никто бы тут не прибирался. До Тейлора. Да. Думаю, кто-то хочет что-то спрятать. Следы ведут сюда. Что тут происходит, Кейн? Какого хрена? Зона чиста. Будь начеку. Неизвестно, что еще прячется в темноте. Что творится с этими роботами, Кейт? Не встречала робота, который так себя ведет. Они на это не запрограммированы. Что-то изменило их параметры. Расценивайте их как врагов. Окей. Сломай пульт. Если верить GPS, источник сигнала должен быть там. Откуда это взялось? Испытание Впереди БНИ нет света. Включите электровидение. Официально точно. Понял. Датчики показывают радиацию. Двигайтесь медленно. Она может вызвать сбои оптики основных систем. Давай помоги. Может быть, откроем эту дверь.
открыл дверь, Хендрикс. Я этого не делал. У нас тут еще испытуемые. Один в воде! Кейн, оптика снова включилась. Поняла. Я получаю данные о массивном выбросе энергии впереди. Здесь много роботов, Кейн. Тише, не торопись. Кейн, я отделился от остальных. Похоже, серверная впереди. Убирайся оттуда! Там есть выход прямо впереди! Это место начинает походить на полигон для испытания оружия, а не на биолабораторию. Никто так и не смог определить, что за химикаты были выпущены во время катастрофы. Только мне кажется, что кто-то пытается что-то скрыть. В крови по локоть, нам ее не смыть. Вы меня знаете. Я прошу вас развернуться. Уходите. Кейн, у меня Диас пробивается по закрытому каналу. Тейлор прав. Мы должны показать миру правду. О, нет. Он подключен к серверам. Его ПНИ работает как канал для всех данных, которые там хранятся. Он управлял роботами, контролируя их коллективный разум. Он перегрузит свой мозг. Послушайте, мы должны остановить его! Мы должны прекратить это! Прямо сейчас он грузит все данные прямо на серверы наших врагов! Мы должны с этим разобраться! Диас, ты должен остановиться! Что бы ни случилось с тобой и другими, остановись! Я лучше умру за правду! Единственный способ отключить его от сервера – это уничтожить реактор над ним. Кейн, я сейчас над серверной в командном центре. Подключись к основной системе. Если поддерживать прямую связь через свой ПНИ, я смогу определить уязвимости реактора. Как скажешь, дорогая. Есть. Цельтесь в стержни охлаждения вокруг Диаза. Это откроет доступ к реактору. Когда он откроется, поднимайся и бросай гранату внутрь. Первая градирня на виду. Слушай только мой голос. Первая градирня накрылась. Реактор открыт. Расслабь свой разум. Отпусти свои мысли. Тебе нужно подобраться ближе. Нужно поместить взрывчатку прямо в отверстие. Пусти в свое сердце покой.
66%. Открываю вторую градирню. Вторая градирня открыта. Отдайся потомству. Тебя как будто ловят нежные волны лазурного океана. Истинный надо мы вторая градирня готова. Реактор, градирню. Градирня открыта. Ты чувствуешь, как это тает на твоей коже? Тебе не холодно? Вырубите третью градирню. Холодно не одолеет тепло с твоего бьющегося сердца. Слышишь? Слышишь? Слышишь, как оно замедляется? Готово! Заберитесь вверх и разрушьте реактор! Лучше бы оно его не убило, Кейн! У нас время есть, Супер Хендрикс! Огонь! Залезь на градирню! Кинь гранату можем потерять его, Хендрикс. Подключись и вытащи все данные, какие сможешь, из его ПНИ. Ты знаешь, это поджарит его мозг. Знаю. Ты не понимаешь. Это кто-то, кого я знаю. Кто-то, с кем я сражался. Он не может... Что сейчас было? Кажется, новые друзья Тейла. Хендрикс! Вы по всему сооружению! Вам нужно уходить немедленно! Слышишь ее? Сваливаем отсюда! Смотрите, показывают, что на поверхности солдаты 54 бессмертных! Они взрывают чертово здание, чтобы утопить вас! Пролетай! У нас мало времени! Начинает искать этих выживших. Нам надо понять, кого именно ищет Тейлор. Сканирую файл, который передал Хендрикс. Должна найти через пару минут. Кейн, надеюсь, у тебя есть план, потому что мы вот-вот утонем! Хорошо, я проведу вас. Откройте эту дверь и затопите лабораторию. Чего? Ты с ума сошла? Нет, это может сработать. В ваших легких более чем достаточно воздуха, чтобы добраться до поверхности. Ладно, ладно. Но если не получится, я буду к тебе долго являться, Кейн.
Черт! Ее заклинило! Переключу систему управления. Прикрой! Еще пару секунд! Меня на хвосте. Мы еще не выбрались. Внимание! Вижу глубинные заряды, которые направлены в вашу сторону. Держитесь от них подальше. Избавься от этих зарядов! Единственный путь через них! Мост падает! Убирайся оттуда! Подождите, у меня что-то со связью. У нас большая проблема. Твой кислород на критическом уровне. Мы должны вырваться на поверхность. Хорошо. Будь у меня на хвосте. Мы еще не выбрались. Внимание! Вижу глубинные заряды, которые направлены в вашу сторону. Держитесь от них подальше. Избавься от этих зарядов. Единственный путь через них. Подождите, у меня что-то со связью. У нас большая проблема. У тебя уровень кислорода резко падает. Плыви быстрее. Твой кислород на критическом уровне. Мы должны вырваться на поверхность. Дальше. Избавься от этих зарядов! Единственный путь через них! Мост падает! Убирайся оттуда! Подождите, у меня что-то со связью. У нас большая проблема. У тебя уровень кислорода резко падает. Плыви быстрее! Твой кислород на критическом уровне. Мы должны вырваться на поверхность.
давай, давай! Хватай! Ты как? В норме. Кейн? Кейн? Хреново. Диас выдал информацию обо всех убежищах ЦРУ в мире.